Так, МКС 1 апреля 2021 год. Ах ты ж, да ж маленький, 100-метровый. Так, это сейчас он. Давай-ка, наверное, наведусь на вот эту звезду и подожду, пока он к ней подлетит. Ждем. Ах ты, вот он ты. Надо было не так сильно приближаться, ну ладно. Не в первый раз я тебя прозевал, и, ну, думаю, не в последний. Немножко облачка нам он по-разному выглядит в разное время, ты представляешь? Это ISO 800. Поэтому не сильно четко солнечные панели видны. Но зато полегче его найти на темном небе. На ходу пытаюсь резкость найти. То сегодня еще как-то не так сильно дрожит все по экрану, мечется, ты посмотри. О. Так не смеяться и не дышать. На что убег? Ну, я тебя еще вижу. А, вот он ты, лежишь криворукая. Ну, он уже за деревья буквально прячется, даже не за горизонт, а за деревья. Ну все. Ну, это уже фонари. Так. Ну, что тут скажешь. Еще одна попыточка засчитана, я думаю. Даже несмотря на облачка и на ISO 800, как-то сегодня тверже он в кадре держался. Так, луна будет не скоро, потом обещают дожди. 20 часов 15 минут по Киеву в Харькове. 1 апреля 2021 года. Пошли на пояс Ориона, посмотрим. Не видно ничего, да? Там еле-еле на экранчике блестки. Да, наверное, надо будет на автофокусе попробовать поснимать, чтобы. Ну, то есть я когда-то снимал. Надо будет вернуться к этой практике. Марса не видно за облаками. Да ничего не видно за облаками. Что на Бетельгейзе посмотрим.
как там говорили, Бет-Ал-Гейзе, плечо гиганта, или как-то так. В комментариях мне указывали на мою неосведомленность в астрономических названиях, неспособность к арабскому Бет-Аль-Гейзе. Какой-то язык вообще. Ладно. Вот вам Бет-Аль-Гейзе. Наверное. Пойдем-ка мы выкладывать это все для просмотра. Спутников Маска сегодня не будет здесь видно. Луна будет поздно, уже будут тучи. Ну, в общем-то, до следующей хорошей.